В Волгоград пришли первые морозы. Давайте узнаем, какие части тела у волгоградцев мерзнут больше всего. Больше всего уши. Почему? А потому что они открытые. Нос, нос. Прям вот, я его не чувствую. Нос? Вот так. Сейчас пытаюсь вспомнить. Все. Я не знаю, мне все мерзнет. Руки и голова. Как руки греешь? Руки? Вот так. Как спасаетесь от холода в Волгограде? Любовью. Чай, кофе. Мелкими перебежками. От теплого места до теплого места. Одеваться тепло. Сидеться дома, не гулять ночью. Руки. Ну, пока не очень холодно в Волгограде. Бывает в январе так холоднее.